Гидравлические испытания по городу коммунальщики начали проводить с 12 мая. За этот период нашли 43 порыва. В те районы, которые благополучно пережили подачу воды под высоким давлением, уже начали подавать горячую воду. В остальных частях города подачу горячей воды намерены возобновить в ближайшее время. Ранее специалисты УКЖЭДПЕСа заявляли, что вслед за гидравлическими испытаниями на капитальные текущие ремонты закроется станция ТЭЦ-2. Потому горячая вода в домах темиртаусов появится лишь в середине июня. Накануне главный энергетик ArcelorMittal Темиртау Вячеслав Вовнянко уточнил, что несмотря на ремонт на ТЭЦ-2, подача горячей воды на город не прекратится. Мы, значит, отключим ТЭЦ-2, включим ее не в полном составе, для того, чтобы была только горячая вода. Будем заниматься, естественно, внутри и ТЭЦ-2, и химоводочистки своими делами. Будут очищены, значит, те аккумуляторные баки, которые после зимы сейчас достаточно полные, то есть будут они очищены, подготовлены к работе в зимний период. Все это произойдет с 1 числа, я думаю, по 15 июня. Вячеслав Вовнянко уточнил, горячую воду на город снова перестанут подавать с 1 по 15 июня. В это время на ТЭЦ-2 будут проводиться основные подготовительные работы к зимнему периоду.